Дорогие друзья, я приветствую вас. И снова здравствуйте. Ко мне прилетели вот такие ботиночки от интернет-магазина New Chic или New Chic. Я до сих пор не знаю, как правильно это читать. Может быть, вы мне подскажете. И я решила вам их показать. Значит, это... Конечно же, не сапоги, это больше ботиночки, но много обуви не бывает, такие тоже нужны. Я восхищена просто качеством и восхищена ценой этих ботинок. Но восхищаться я долго не буду, потому что ко мне в гости едет моя дочь, и она сказала, что... Ей эти ботинки очень нравятся, и она их у меня заберет. Ну, хорошо, ладно, Новый год, время подарков. Решила я ей их подарить. Итак, что хочу сказать о впечатлениях. Значит, вот такая стелька. Здесь, конечно же, не натуральный мех. Мех внутри. И мех, поверьте мне на слово, по всему ботинку. Ну, то есть, со всех сторон. То есть, он находится вот здесь, находится вот здесь. То есть, они теплые и они очень-очень легкие. 500 грамм весят эти ботинки. Ну, просто вообще пушинка-пушинка. Здесь противоскользящая подошва. Но вот сама подошва наводит на мысль, это не резина, это что-то такое очень-очень мягкое. Я не знаю, как назвать этот материал. Я заказывала размер 41. Вот вы сейчас видите, здесь почему-то написано 23,5. Или это такая пятерка? Вообще я заказывала с... А, нет, 25,5. Все, тогда правильно. Это 41 размер. И я ношу 40 размер. Дочь у меня, соответственно, тоже носит 40 размер. Поэтому, кому понравились, заказывайте на размер больше. Вот такая здесь пуговица. Она на резинке. Очень красивая. Посмотрите, какая блестящая. Такая моднячая. Ну, в принципе, да, о материале, что я не сказала о материале. Это не замша, это велюр. Ну и цена этих ботинок 1500 рублей, если на русские деньги. Я сейчас вам покажу этот вот сайт New Chic. Вот так вот называется сам этот сайт. Был задан вопрос, как купить ботинки или вообще какие-то другие товары. Конечно же, вам нужно зарегистрироваться. Вот вы видите мою фамилию, Елена Ситникова. Я зарегистрирована. Естественно, вам тоже нужно это сделать, если вы хотите делать покупки в этом магазине. Значит, именно эти ботинки, да, в принципе, и предыдущие сапоги, которые я вам показывала, сейчас есть все размеры. Так, сейчас немножко подвигаем, выключилось у меня. Вот вы видите, с 36 по 41. И присутствуют пока все цвета. Сейчас я наведу мышку, и вы посмотрите, какие здесь цвета есть. Конечно же, ссылку я оставлю под этим видео и на этот магазин, и на этот товар. Так, вот такие вот серые ботинки. Потом идут черные. Вот такие коричневые, которые я вам показала. И еще есть вот такой темно-бордовый цвет. В принципе, цветопередача правильная. Так что за 1500 рублей очень хорошие ботинки. Здесь вы также можете почитать, вот так, если опуститься, можно почитать отзывы. Очень много отзывов на эти ботинки.
И сайт настолько удобный, что вам сразу предлагаются подобные товары. Вот видите, даже водоотталкивающая поверхность у этих ботинок. И вот видите, льется вода, и они не промокают. Такие ботинки я уже видела в обзоре у Кати Шефер. Она покупала и осталась ими очень-очень довольна. Ну и как бы все остальное. Здесь, конечно, отзывы на английском языке. Но я, если хочу прочитать, я это все копирую, потом отправляю в Яндекс.Переводчик и там, значит, это читаю, что пишут люди. Люди вот присылают свои фотографии, вот, кстати, такие же ботинки, как у меня, и пишут отзывы. И уже судя по отзывам, прежде чем заказать какой-то товар, я читаю отзывы и, во-первых, понимаю, как мне сориентироваться с размером, ну и вообще, что пишут люди, как нравится товар или не нравится. Так что в этом плане этот сайт очень удобный. Кстати, здесь очень много всяких всевозможных скидок. Если вы посмотрите, товар сейчас со скидкой в 49%. Вот вы видите цена. То есть стоили ботинки 2937, сейчас 1500. Так что не упустите этот шанс. Ну и вот здесь Черная пятница. В общем, если понажимать, походить по этим ссылкам, то можно еще сэкономить деньги и набрести на распродажу или какие-то бонусы. Ну и дальше все понятно. Кладем товар в корзину, оплачиваем. Там очень много как бы видов оплаты. И карта, и Яндекс.Деньги, или что-то там еще. Ну, в общем, увидите это все. Вот здесь очень удобный значок «Избранные». Вот если я сейчас сюда зайду, у меня там отобразятся все товары, на которые я нажала значок «Избранные». И они у меня теперь, вот чтобы их легче найти было, они все находятся у меня в этой вкладке. То есть очень экономит время. Я здесь вот как раз наше платье, которое мы вяжем, color блок. Посмотрите здесь, сколько всевозможных идей. То есть этот сайт для меня и как сделать хороший заказ выгодный, но и как найти какую-то очень хорошую интересную идею. Вот такое два в одном. Так что это был интернет-магазин New Chic. Все-таки мне больше хочется называть его New Chic, нежели New Chic. Ну, а сейчас я примерю эти ботинки, одену на ногу, и вы посмотрите, как они смотрятся уже на ноге. Итак, дорогие друзья, вот так вот выглядят эти ботинки на ноге. Очень удобно. Полнота у этих ботинок большая, и с моей проблемной ногой, с косточкой, я не чувствую дискомфорта. Все очень-очень удобно, смотрится прилично и достаточно теплые. Конечно же, нет каблука, противоскользящая подошва, все очень классно для зимы. Но как бы радоваться мне недолго. Сейчас приедет дочь и заберет у меня эту красоту. Рекомендую. 1500 рублей, не так уж и много. Красота. Это был интернет-магазин New Chic.